Как вы выдержали это все? С Божьей помощью, как больше как. Если меня корабль ангел спас. Связь держали со своими близкими, родными? Нет, звонила супруга мне еще. Супруга звонила? На связи, да, заходил, передавал. Привет, потому что они в курсе, там, с мамой вместе. Ну, мы приобретем вам билеты, мы тоже, я думаю, что окажем содействие, может быть, какой-нибудь телефон. Поэтому... И этих туфли надо брату с племянником. Самочувствие? Нормально. Удовлетворительное, да? Ну, выздоравливаете? Спасибо. Вы сами житель? Бурятия. Бурятия? Ну, я перебирался, брат, когда жил на Бурятии с мамой, я... Переехал на Сахалин, друзья у меня здесь живут, мы там путешествуем. А сейчас брата не стало, придется обратно в Бурятию почивать. Как удалось 2 месяца выжить в таких условиях? Ну как я говорю, с Божьей помощью. Больше как, больше ничего не скажешь. А что делали, что пили хотя бы? Водичку собирал дождевую, все. А холод, как шторм? Как преодолевали? Ну, костюм тут зимний специально. Так, жить с ним и все. Ну, ноги мокрые. Еще этот монгол, спальный, с, как называется, спальник монгол, там верблюжья шерсть. Но он как бы мокрый, он не сохнет. Под него залазишь, маленько поерзаешь, согреешься. Так вот. У меня просто выбора нет, у меня мама дома осталась, дочка осталась,